С хорошей компанией всегда приятно сходить в кино. Лови подборку фильмов для всей семьи, которые выходят в прокат в августе. Прямо сейчас можно сходить на комедийное фэнтези «Сэм Песочный Эльф». По сюжету во время летних каникул группа детей встречает на пляже таинственное создание – песочного эльфа. Ладно, поймали. Чё надо? Сэм обладает магией и может исполнять любые желания. Но вскоре волшебное существо оказывается в опасности. Жадный коллекционер хочет забрать эльфа себе. С 24 августа в кинотеатрах начнется показ фильма «Танцующая королева». Это история девочки по имени Мина. Однажды в ее школе появляется знаменитый хип-хоп-танцор Эдвин. Главная героиня впервые влюбляется и, забыв о том, что совершенно не умеет танцевать, записывается в его команду. Она готова учиться и трудиться, чтобы выиграть танцевальный баттл и покорить звезду хип-хопа. Также 24 августа в прокат выходит приключенческий фильм «Квест». Подростки из разных слоев общества попадают в необычный спортивный лагерь для перевоспитания. Там они учатся находить друг с другом общий язык и попадают в ситуации, где нужно принимать непростые решения и действовать сообща. Эти приключения приведут героев к пониманию, что главное в жизни не личные амбиции и потребительское отношение к окружающим, а дружба и взаимовыручка.